А у нас в Киеве ночь, короче, и темнота, в домах нет света. Да, детям не понять, как в 80-х, когда я родился, врали, что в Союзе нет секса, и многое другое тоже врали прямо по телевизору. И так как нам 10 лет, в Киеве врут тоже по телевизору все, то вот, чтобы вы понимали, еще сейчас дети изучают, как врал Кравчук в начале 90-х, когда продавали электричество на Запад. Вот, а нам отключали в детстве свет, например, во дворе, и мы вечерами постоянно точно так же тусовались в темноте, короче. Только сейчас есть свет на одном магазинчике, вот, и кое-где включен свет, кое-где не включен, а у нас везде было в детстве темень, короче. Вот так вот. Сейчас дети изучают то же самое, что у нас было в 80-х и 90-х.